Мы на месте. Мы приветствуем Калимат, интересуемся, готова она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? У нее голограмма или плата какая-то большая. Она меня видит сейчас? Слышит? Но она за ней где-то, за этой платой. Хорошо, сканер, просканируй Калимат, отключи эту плату вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, коннекторами, подключками, проводами. Все это выходит. И сила его намерения, как выйдет, отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Калимат, мы спрашиваем ваше разрешение на диагностику и чистку. Она дает разрешение. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Калимат под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Калимат. Находит все. Неорахноид, синий дракон, плата его, инкуб, джин и бес. Какая веселая команда. Какой у нас синий дракон? 38-16. Хорошо. Какой у нас джин? 32-11. Синий. И какой у нас бес? 8. Хорошо. Сколько находится бес в этом биополе? 6 месяцев. 6 месяцев. Сколько находится джин в этом биополе? 1 год и 3 месяца. 1 год и 3 месяца. Сколько находится инкуб в этом биополе? 2 года. 2 года. Синий дракон со своей платой. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года. Скажи мне, синий дракон. Ее вроде 2 года назад кто-то чистил. Они увидели твою плату, твою голограмму и чистили голограмму или что? Свою чакру он отсвечивал, остальных чистили. Понятно, то есть для них ты оказался невидимым. Понятно. 4 года. И арахноид, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Калимат спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным пациентам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хороший вопрос, у кого есть контракт с Калимат? Из вас? Ни у кого. Кто из вас присутствует в квартире Калимат? У Джина пыль есть. Хорошо, у меня нет сейчас заказа на чистку квартиры, поэтому, когда я буду отпускать, я буду рекомендовать собрать тебе всю свою пыль. Потому что если поступит заказ, я через 10 минут буду в этой квартире и найду тебя и притяну. Если ты не хочешь со мной встречаться второй раз, слушай тогда эту подсказку, Джин. Кивает. Хорошо, бес, на что ты зашел 6 месяцев назад? Что это было? Ситуацию опиши. На какую частоту? Он в ней слабость чувствует, грусть. Откуда эта слабость? Подавленность. Откуда она берется? Это ее собственное или ей кто-то помогает в этом? Ее легко запутать. У него на ногах веревок много, ниток, я бы сказала, запутанных таких. Ее легко перетянуть. Подтащил за нитку, подтянул и настроение поменял. Вот как. Мысли какие-то из глубины поднял, огорчающие. Понятно. Хорошо, Джин, как твое воздействие? 1,3 года она ощущала на себе. То, что у нее с работы не получалось и не доставляло радости, это, в принципе, уже нам известно. Работать надо. Понятно, это мы в курсе, что работать нужно. Но она работала в холостую на сколько процентов? Из 100. Если мы возьмем 100%, сколько ей надо было работать, чтобы заработать какую-то определенную сумму? Бывает, люди на 3-5 работах работают, и у них только 1 получается. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет, он не понимает. Она работала 100%. На чем ты зарабатывал свои золотые монеты? На кредитных картах. На кредитных картах. То есть это твоя была идея с этими кредитными картами, чтобы она постоянно что-то покупала? Конечно. Вот. Нужно брать карты. Тратить. Я должен разбираться в ситуации, поэтому я задаю тебе эти вопросы, а не из любопытства. Я знаю, как джинны работают. Ты это объясняешь, в принципе, не мне, а объясняешь это ей. Для того, чтобы она могла понять свою ошибку. И, возможно, в следующий раз себя контролировать. Или она столкнется опять с синим джином, который придет и будет ей подсказывать доставать кредитную карту. Правильно? Вот я так думаю. Идем дальше. Хорошо, с инкубом золотых понятно. Золотых монет никогда не хватает. Поэтому нужно больше карт. Еще больше тратить. Карт. Еще больше кредитов, пока у нее вообще не останется денег, да? Как же город дорогой. Жить нужно красиво.
Ну, не знаю, я встречался с золотыми джиннами, очень высокими. Они мне рассказывали, что им не каждые деньги, не все деньги интересуют, а именно какой-то определенный стиль работы, зарабатывания этих денег. Ему не надо подключаться к богатым людям, чтобы, так сказать, заработать какие-то средства. У него есть свои наработки, как он это получает. И он не рвется к большому количеству. Оно само к нему. Богатые и жадные. Богатые и жадные. Абсолютно верно. Хорошо, синий дракон, давай с тобой разберемся. Перед тем, как мы начнем, Вера, ревер закончился? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Калимат забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Калимат себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо. Синий дракон, я слушаю. 38-16 – это не маленький уровень. Ты точно знаешь, что ты делаешь в этом биополе. На что ты зашел? Как ты воздействовал? Как она ощущала твое воздействие? На все воздействовал. Состояние ума и сердца. Развитие, интерес, настроение. Настроение. То есть ты дергал за все эти веревочки в первую очередь, а дальше остальные интерференты получали то, что оставалось. У него не веревочки, у него там серьезная плата. И он показывает, как он шевелится. У него крылья есть у дракона. Да. То есть он ее биоробот тоже как шевелил. К действиям каким-то. Побуждал. Побуждал. Настроение у нее было от этих действий. Реакции. А понять, что это не ее были энергии, не ее мысли, она не могла, правильно? Но синхронизирована с ним. Еще синхронизировано. А как это понять, эту неопределенность жизни в выборе профессии? Кто из вас за это был ответственным? Кто тормозил ее развитие? Кто мешал ей определиться в жизни, какую профессию изучать? Кто перекрывал? Никто, это никому не надо. То есть это ее личная, это неуверенность, да? Душа сама должна понимать, что она хочет развиваться. Хорошо. Когда она не развивается, ее развивают так, как им нужно. Хорошо, тогда объясните мне, кто ответственный за хроническую бронхиальную астму и лишний вес, бородавки, новообразование на коже? Кто это делал? От кого шла такая побочная реакция? Лапа дракона. Дракон. Сердечная чакра. Ты на хроническую бронхит, на астму воздействовал. Ты что делаешь, дракон? Не воздействовал специально. Организм реагировал, биоробот, аллергическую реакцию таким видит. Давал. Хорошо. Лишний вес тоже твоя работа? Или побочные явления твоей работы? Нет. Это особенность организма удерживать лишнюю воду. А новообразование на коже? Бородавки? Тоже ее? Почему-то показывает на арахноид, который я и закрывал. В верхнюю чакру у нее не было поступления энергии. И по этой причине у нее не фильтровался организм, закупоривался. Арахноид, тебе не кажется, что ты перешел границы дозволенного? Ты не только энергией подпитывался, ты наносил вред. Ты знаешь, что она тебя сейчас может уничтожить? Одной командой, и я ее исполню. И открою воронку в галактическое ядро, куда ты уйдешь за это. Ты в курсе? Он показывает, что он увидел свет и на него зашел. Никто не защищал этот свет 2 года назад. Правильно, но забирать весь этот свет, не давая организму регенерироваться. Вот в твоей голове что-то есть там? Какие-то мысли, какой ты вред наносишь, если организм не получает этих энергий? Тебе было все равно? Он хорошо устроился, занялся чакру. Хорошо, в моих руках появляется шар энергии атмана. Хорошо, Рахнуй, ты хорошо устроился? Он не хочет этот шар. Не хочет. А она хотела твоего воздействия. Убирая шар, входит в меня. Ты сейчас от нее зависишь, Арахноид. Если она скажет, я хочу отомстить ему или вернуть всю свою боль, Арахноид тебя разорвет в этой клетке. Он хорошо. Не причинял ей боль, он поедал энергии, накапливал. Ты полностью канал ей перекрыл, она не могла получать необходимых ей энергий для жизни, для того, чтобы регенерироваться во время сна. Тебе это понятно сейчас? Да, ему понятно. Ему непонятно, зачем открывать энергии, не защищать их. Хорошо, это мы должны спросить у нее. Реверс закончился. Хорошо. Скажи, бес, есть ли какие-то затемнения или лярвы в биополе Калимат? Ну, у нее затемнение есть в области горла, ниже грудь. От платы?
Но он показывает это на эмоциональном уровне. У нее грусть какая-то там, нереализованность. Вот именно об этом мы и говорим сегодня. Хорошо. Ты эти затемнения хочешь получить? Хочет. Давай тогда сейчас выходи, отключайся полностью. Снимай все, что я оставил в ее биополе. Докладывай мне на месте, что ты закончил. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Нитки у него он снимает, как будто такие нитки с ног и с рук. Хорошо. Готово. Разрешаю тебе забрать все затемнения, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. Он показывает, даже если она радуется, улыбается, внутри у нее ей грустно, одиноко. Ну так надо найти причину и проработать ее, почему ей грустно и одиноко. Она пытается что-то сделать, но это надо не переносит. Это надо со специалистом делать, это надо войти в состояние гипноза под руководством специалиста, найти ту блокаду, ту причину, которая вызывает эту реакцию, обычно она идет из детства, очень глубокого детства, когда кто-то обидел ребенка и так далее, и проработать эту блокаду. Это только так снимается. Хорошо, ждем беса. Он забрал. Хорошо, Джину выходить не надо. Джин собирает сейчас всю свою пыль, все свои подключки, все, что он оставил в биополе Калимат. Приступай. Он готов, он втянул в себя пыль. Хорошо. Инкуб, выходи, отключайся. Ничего не забывай. Возвращайся назад. А то инкуба, у него такая накидка, как лед. Хорошо, инкуб. Как люди видели Калимат? Как она, какое впечатление она производила на них с твоей накидкой? Холодная, отталкивающая, как голубой лед такой у него. Хорошо, пусть Калимат теперь тоже знает причину такой реакции, когда она с ней встречалась. Ее воспринимали люди благодаря этой накидке инкуба, именно холодной, снежной королевой, я так бы сказал. Он снял. Хорошо, синий дракон. Что еще осталось на твоей чистоте в биополе, Калимат? Ничего. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все иголки, все, что я оставил в ее биополе. Ничего не забывай, возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. У него как корзина там сплетена. Я еще не спросил арахноида. Арахноид, как ты воздействовал на ее мысли? Что это было? Каша в голове? Что это было? Туман? Больше подавлял. Больше подавлял. Что именно подавлял? Подавлял мысли. Она не могла мыслить глубоко. Поверхностные мысли. Хорошо. Значит, в определенный момент он включался и прерывал этот поток мыслей, и она не могла... Он давил на них сверху, сидел в этой чаше сплетенной. Все снял. Итак, все сняли, даю команду на рассинхронизацию Калимат с арахноидом, синим драконом, его платой, инкубом, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет Калимат. И этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низкое, вибрационное, находящееся в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел. Остаточные энергии выходят на частоту интерферентов и их подключек и формируются перед ней в шар. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Итак, первый раз я отпускаю, вы больше в это биополе не придете. Джин, тебе это понятно? За квартиру я тебе уже сказал. Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Инкуб, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, повторяться не буду. Больше не приходи. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Я хочу получить от синего дракона слово синего дракона, что он больше никогда не войдет в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Ты ему отдаешь плату? Нет, плата остается здесь. Стоп. Готов. Уходит без платы. Под платой открываю воронку в галактическое ядро, и плата уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю.
Есть. Хорошо, бес хочет получить эмоциональный фантом? Хочет. Тогда назовешь мне пару частот основных, из которых все вытекает. Я их буду сейчас зачитывать. Выходит эмоциональный фантом, калимат, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня красно-черный фантом. Красно-черный. Хорошо. Калимат, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Готова. Сворачиваете энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бесу и слушаю тебя. Много ты наговорил. Основные назови. Что это за черные или красные энергии в этом шаре? Объясни мне. Этого будет достаточно. Это скажу. Давай. Ну вот что там было? Неуверенность. Неуверенность была, да. Пустота. Да. Страх. Это черное. Это черное. А красное – это боль, которую все эти чувства давали ей. В биороботе, в ее теле отражались красной болью. То есть ее реакция на это все, что было черным, правильно? Черное – это ее чувство, а красное – это боль, причиняемая этими чувствами. Все понятно. Хорошо, больше вопросов нет. Готовы ходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, хорошо, калимат, вы слышали, здесь больше добавить нечего. Исправьте то, что, о чем говорили интерференты, и у вас все будет хорошо. Идем дальше. Клетка пустая, Вера? Пустая. Значит, тогда поехали по частотам. Готово. Синхронизируются энергии вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, калимат, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? А разве вы не видите, какая я? Мы хотим наполнена цветами, как весна расцвела во всей красе. Отлично. Я чувствую себя гармонично, приятно. Каждая чакра наполнена определенным цветом. И это так важно, замечать эти цвета и гармонизировать. Значит, мы все сделали правильно. Сейчас у нас остались вопросы к вашему куратору, и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя калимат. Меняется с мужчины на женщину. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя. Калимат, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Аллах, зовите меня Аллах. Аллах, приветствуем вас, уважаемая Аллах, вы куратор, Калимат? Аллах. Аллах, 2 Л, Аллах, правильно? Именно так. Хорошо, вы куратор, уважаемая Аллах? Аллах, я куратор. Я что, неправильно называю ваше имя, я прошу прощения. Это длинный звук «Л» и ударение на последнюю букву и на первую. Хорошо, я попробую еще раз. Алла. Отлично. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, калимат. Мы убрали все, что ей мешало в развитии. И у нее осталось несколько вопросов к своему куратору. Мы просили 10 вопросов написать, но... Остановилась она на 6 вопросах, потому что не могла ничего придумать. Даже на 5 вопросах, но один вопрос она задавала нам, а мы не в состоянии на этот вопрос ответить, потому что мы не ее кураторы. Будете ли вы так любезны, уважаемая Алла, ответить на эти вопросы? Да, я с превеликим удовольствием отвечу на все вопросы этой замечательной души. Я благодарю вас. Начинаем с первого вопроса. Откуда моя душа? Твоя душа гибридная, я открою лишь одну часть вопроса. Альфа Центавра присутствует в твоем стержне, в большей части твоей души. Я благодарю вас. Можем идти дальше? Пожалуйста. Второй вопрос. Как выглядят мои энергии, мой стержень? 2 цвета. Белый и золотой. Белый, как камень.
немного отсвечивает серым или голубым. В зависимости от твоего состояния он может быть чисто белым и даже серебряным. Спираль вокруг стержня золотая, также насыщает свет от темного к светлому и наоборот, в зависимости от твоего здоровья и самочувствия. Как я уже сказал, ты можешь представить белый вытянутый камень со спиралью вокруг него. Именно так выглядят твои энергии, твой стержень. Цвета вокруг тебя очень важны тебе. Поэтому ты должна наполнять каждую чакру энергиями, которые защищают и оживляют. Держит твой стержень в определенной гармонии внутри сохранности. Извини, что перебил тебя. Я прошу прощения, я вас перебил. Я просто не знал, когда вы закончили. А оказывается, вы хотели дополнить. Я благодарю вас, уважаемый Алла. Идем дальше. Третий вопрос. Какие мои основные мыслительные ограничения мешают моему прогрессу, развитию? Я бы назвал это по-другому. Это не мыслительные ограничения, это поверхностные знания. Немножко того, немножко этого. Ты пробуешь, но душа не чувствует правильности направления, не цепляет. На многих случаях ты не понимаешь того, что делаешь. Слышишь зов, но глубину не понимаешь и не чувствуешь. Я бы посоветовал начать с простых вещей. Понимание себя, понимание своих энергий, понимание своих желаний и причин этих желаний. И, конечно же, визуализация и гармонизация. Вы закончили? Угу. Благодарю вас. Следующий вопрос. Четвертый. Как повлияла на меня, на мою жизнь, расстановка у психолога, которую я проходила год назад? Это пример того, что я говорила выше. Душа должна была знать за год, как повлияла расстановка. И если есть такой вопрос, значит, ты ничего не чувствуешь, а пришла туда по зову сердца. Что-то откликнулось тебе. Было ли это любопытство или то, что тебе было действительно нужно и дало тебе какие-то ответы? Ты должна сама подумать. Это и есть мыслить в глубину, а не искать ответов со стороны. Ты задаешь вопросы своей о своей душе. Я могу рассказать то, о чем ты не видишь пока. Как выглядит стержень? Какие энергии ты несешь, откуда ты? Но вопросы души, связанные с действиями на Земле, бессмысленны, если ты не понимаешь глубину и значимость твоих действий. Пожалуйста, помедитируй в тишине. Это значит, побудь в тишине и постарайся сама ответить на этот вопрос. Было ли это событие значимое и принесло ли оно тебе какой-то успех и понимание себя? Нужно было ли тебе, готова ли ты была для этого или многое осталось непонятным? Было ли это рано для тебя или вовремя? Много вопросов, на которые может ответить только твоя душа. Глубине, не на поверхности. Поделай это, почувствуй, услышь ответ, и ты поймешь, как радость знания наполняет тебя, внутреннего знания, не поверхностного. Мы говорим о глубине знаний. Знаний, которые есть в душе. Душа несет много ответов, но ее нужно услышать. Именно об этом я говорю. Я благодарю вас за этот замечательный ответ. Вы закончили или хотели еще добавить что-то? Я закончил. У меня остался пятый вопрос и шестой. Правда, что в какой-то из прошлых жизней я загадала вновь встретиться с мужем в этом воплощении? Если да, то для чего этот опыт
в этом воплощении. Я не знаю, откуда у нее эта информация. Ну, вот такой вопрос. Какой смысл несет этот вопрос для твоей души? Задумайся об этом. Несомненно, у тебя есть встречи, значимые в этом воплощении. Здесь не нужно гадать, здесь нужно планировать. Как ты себя будешь вести, какие энергии ты будешь выдавать, или просто ждать чуда, встречи, так и будет идти твоя жизнь. Ты можешь прождать всю жизнь, а можешь изнутри притянуть значимую встречу. Пойми, пожалуйста, это большая разница. Качество твоей жизни, качество твоей осознанности и развития души. Мы сегодня зачитывали манифест, там были слова «Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки». Мы всем рекомендуем читать манифест и понимать смысл своей ответственности в своей же жизни. Так можно найти очень многие вопросы и решить очень много проблем. Если мы здесь закончили, остался последний вопрос, который она написала нам, но мы переадресовываем его вам, потому что мы не знаем, как ответить на этот вопрос, если вы позволите. Я бы хотела добавить. Пожалуйста. То, что ты говоришь, это немного другое. Манифест больше понимается как защита. Хотя там, соответственно, есть такие слова, так как душа защищает себя и понимает, что делает. Я же говорил о физическом теле, о жизни на Земле, о том, что встречи запланированы. Но смысл не ждать этих встреч, а действовать, развиваться. И только так можно притянуть правильные встречи, а не случайные, принимая их за что-то важное. Я лишь хочу, чтобы мои ответы были доступны и понятны. Здесь вопросов не возникает. Если позволите, последний вопрос. Пожалуйста. Возможно ли как-то открыть канал сновидений, пытаясь прийти к осознанному сновидению, но не получается уже длительное время? Нужно понимать себя изнутри, понимать то, что ты делаешь, зачем, понимать суть и природу сновидений, понимать энергии, а также то, где ты можешь оказаться в сновидениях. Но главное даже не это. Главное, как понимать, как выйти из сновидений, не напугаться. Иначе можно оставить часть души в определенном месте, впасть в кому или летаргический сон. Неправильная практика может привести к трагическому результату. Это не дверь, которую можно открыть ключом. Это глубокое понимание вопроса. Только у очень осознанных душ может спонтанно произойти осознанное сновидение, так как у них был такой опыт в прошлом, в прошлых воплощениях на разных объектах. Надеюсь, я понятно объяснил. Генетическая память, если я правильно вас понял, у тех душ, которые... У осознанных душ, да. Но развивать сновидение может любая душа. Нужно лишь понимать суть, а главное цель, причину, зачем. Я благодарю вас, уважаемая куратор Алла. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень, если он не активирован, или от себя еще что-то добавить, возможно, это был бы самый лучший момент. Да, я еще раз хочу напомнить. Мое имя Алла, длинный звук Л. Я не имею определенного пола, к которому вы привыкли на Земле. Вы можете выбрать. И нет, выбрать может моя подопечная, с кем ей удобно общаться, со взрослой женщиной или взрослым мужчиной. Алла на связи остается и готов ответить на любые вопросы, связанные с развитием души.
Отлично, она знает ваше имя. Возможно, со временем у нее получится установить контакт и задать вам короткие вопросы и получить, возможно, короткие ответы на эти свои вопросы. Для этого надо, безусловно, войти в измененное состояние. Но это, я полагаю, вопрос будущего. Очень надеюсь на это. Вопросов больше не осталось. Осталась очень добрая традиция, которую уже знают на Альфе Центавра. В этой комнате диагностики есть такая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Алла, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы, за ее визит и просто на добрые воспоминания об этой встрече? Благодарю за этот подарок. Очень сочные, насыщенные цвета, что очень важно для нас. Эти цвета защищают нас, стержень. Поэтому мне очень приятно видеть это в одной корзине. Благодарю вас. На этом месте передавайте, пожалуйста, привет Альфа Центавра от нас с Верой. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать те преграды, которые им мешают в развитии, и открыть эту дверь, в которую они дальше пойдут уже сами. Благодарю. Я обязательно буду помнить ваши слова. Благодарим вас. Мы обычно не прощаемся, мы говорим до скорых встреч, уважаемый куратор Алла. Всего вам наилучшего, возможно, еще когда-нибудь встретимся. Доброго бытия вам. Благодарим вас и вам всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Калимат, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили ответы на свои вопросы? Да, я благодарю вас за заданные вопросы. Мне очень были интересны ответы и, конечно же, много информации, которую я буду изучать. После сеанса наш администратор перешлет вам текст манифеста, рекомендации по сбросу энергии, по сбросу негативной энергии ежедневной и заправке себя высокими энергиями. Если возникают негативные мысли, их надо сразу выдавливать из себя, как мы показали вам в этом сеансе, все это визуализировать и сбрасывать в галактическое ядро, потом его закрывать. Текст сеанса у вас есть. Надеемся на ваш духовный рост. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И возвращаем тонкую копию Калимат в ее систему биоробот-душа. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У нее стержень белый, золотой. Вот и информация идет, что по сути это холодное и горячее, поэтому она должна гармонизировать. Команду на синхронизацию и гармонизацию мы только что показали. Это надо просто представлять, как энергия распределяется по чакрам. Готов. Отключаемся от объекта.